Մեկ տարի առաջ Երևանն անհանգիստ էր։ Ցուցարարները բաղրեմեն փողոցوں պահանջում էին չբարձրացնել էլեկտրակայանի գինը։ Էլեկտրիկ Երևանը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երևի թե ամենայուրօրինակ բողոքի ակցիաներ։ Ինչպես տացվեց, որ ցույցից հետո Երևանի ամենահայտնի մարտը դարձավ ոստիկանապետը։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ զրուցել են պատմական սոցիոլոգ, Աբու Դաբիում Նյու Յորքյան համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Դերրուկյանի հետ։ Ներածական ռադիոյի եթերում քաղաքակրթությունից քաղաքականություն հաղորդաշարն է բարիօր Թագավարում Լիաննա Խաչատարյանն է։ Այսօրին հյուրն է պատմական սոցիոլոգ Աբու Դաբիում Նյու Յորքյան Համլսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլուգյանը։ Здравствуйте, господин Дерлугян։ Заранее извиняю за свой неродной русский, э-э, и за неродной армянский։ Да։ Э-э, — Хочу с вами поговорить об Армении в целом, но вот давайте от частого к общему. Да? Вот, вот последнее самое такое событие, которое произвело большой эффект да, в Армении, это вот четырехдневная война такая, стычка угу. на армяно-азербайджанской границе. И э, в, вот что это по вашему было, да? То есть у нас все пытаются понять, да, что это было? Э, это была ли на самом деле война и что вообще хотели сделать? Это было столкновение, которого можно было ожидать угу. очень давно. Угу. Это кроется в политиче... это совершенно политическая война, если это можно назвать войной, с военной точки зрения. Судя по всему, Азербайджан не ставил задачи победить. Я сейчас объясню, почему. Здесь политические сугубо были задачи, просматриваются. Постсоветские республики, после распада Советского Союза, очень быстро разошлись в разные стороны. Угу. Поразительно, как быстро. Потому что в советские времена. У всех были райкомы партии, у всех были академии наук, и все, в общем, были более-менее советскими. Угу. Это поразительно, потому что от Эстонии до Таджикистана все было довольно похоже. Угу. И цены были одинаковые, конечно, и школьная программа примерно одинаковая. И не менее поразительно, как быстро эти республики разошлись в совсем разных направлениях. То есть Эстония стала частью Северной Европы. Таджикистан э, отошел куда-то в район Афганистана. Азербайджан стал типичной нефтяной монархией Ближнего Востока. Угу. Армения превращается в что-то такого да, маленького подобия Израиля. Угу. Вот, и, э, было понятно очень давно, что будут происходить такого рода столкновения, э, но они не будут доходить до полной войны, как то, что произошло в Карабахе. По причине, во-первых, внутриармянских армянского расклада сил, когда независимой республике Армения очень трудно показать какие-либо достижения, кроме победы в войне угу. за последние 25 лет, угу. были потеряны огромные позиции в экономике, в науке, в технике. Население уменьшилось значительно. Вот, конечно, распространился армянский язык, правда, среди тех, кто остался. А, правда, я не могу оценивать качество этого армянского языка, он, он мне недостаточно родной. С другой стороны, конечно, есть победа в войне, которая и чувство внешней угрозы, которое удивительно объединяет народ. Вот, в качестве достижения которые редко замечают а мне как человеку со стороны это все таки более заметно угу. а, это то что политическая власть армении менее зазнайская менее коррумпированная угу. менее авторитарная чем во многих других постсоветских республиках угу. скажем так да? вот, что какие то ну, рамки э, приличий тем не менее соблюдаются а я знаю, что тут же, конечно, большое количество таксистов, наверное, по тормозам, что этот да. профессор нам говорит. Очень вот. оптимистичный взгляд вот. для них, да? Ну, угу. да, ну сравните это со Средней Азией. Угу. Да, даже сравните с тем, что происходило несколько раз на Украине. Вот, там, правда, другой цикл, там это свергается каждый раз революцией. Uh -huh. вот, но что там было до революции 2004 года, что там Янукович вот, uh -huh. выстраивал до последней революции. И, в общем-то, то, что сейчас, видимо, тоже продолжает выстраиваться на Украине. Вот, в Армении этого нет. Как э, говорит э, уважаемый армянский политолог Александр искандерян Бог все-таки армян любит и нефти им не дал. Может быть, поэтому. А вот э, Азербайджан нефть получил. Ну вот, конечно, и. Э, очень быстро превратился э, в, именно в монархию Ближневосточную. Угу. Установилась династия. У этой к династии от отца к сыну, но там есть все-таки проблемы. Это не вполне монархия. Угу. Все-таки вполне монархия, это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские угу. Эмираты. Где, по крайней мере, или Марокко, мы часто забываем, mm -hmm. где не очень-то возникает вопрос о законности наследования от отца к сыну. Mm -hmm. А тут все-таки президент, и поэтому встает вопрос: ну, почему президент всегда избирается mm -hmm. тот же mm -hmm. самый. Да? Вот. Хотя, конечно, этот вопрос нельзя задать слишком вслух, вот. но наверняка ведь он задается. Mm -hmm. Достаточно и очень важно посмотреть на фотографии военных парадов скажем или публичных церемоний в баку просто видно как это быстро превращается в ирак или сирию при старых mm -hmm. know, саддамовском режиме например и президент азербайджана попал в ту самую ситуацию в которой оказались многие диктаторы ближневосточных государств вот так собственно это в политологии западной и определяется как дилемма диктатора он должен показывать силу с гейдаром алиевым этот вопрос даже в общем не очень стоял он был дракон это все знали с Ильхамом алиевым вопрос стоит потому что он не отец вообще очень трудно наследовать такому отцу каким был гейдар алиев вот, значит, Ему необходимо периодически показывать, что он имеет силу. Uh -huh. С другой стороны, демонстрация силы это ведь очень опасно. Вы идете на войну, на настоящую войну, и терпите поражение. В такого рода политической системе во всем сразу будут винить султана. Uh -huh. Вас могут задушить, свергнуть. Вы, не, не потому, что проиграл даже, не потому, что опозорил там страну, uh -huh. а потому, что показал слабость. Слабого добивают в такой системе. Очень быстро. Угу. А, с другой стороны, представьте себе даже, что победили. Появляются Пошел... герои, да? Появляются герои. Появляются герои, появляются генералы. Кстати, это была большая проблема для Сталина к концу Второй мировой войны. да? Что делать с маршалом Жуковым? Что делать с этим целым поколением героев, которые возвращаются с войны? Которые приобрели высокую самооценку. Отсюда следует по формуле Троцкого придерживаться ни мира, ни войны, а армию держать в напряжении. Периодически в казармах, периодически куда-то выпускать. Надо же показать все-таки населению, что не зря были потрачены миллиарды долларов на закупки вооружений. Вот поэтому я думаю, что как раз э, провокация это была не война, а именно провокация 1 апреля uh -huh. была направлена, она была неизбежна, с одной стороны, с другой стороны, непредсказуема. Неизбежна, потому что, знаете, вы видите, э, ну, надвигается ледник. Вот он идет, он спускается медленно. В какой-то момент он обвалится. Uh -huh. Вот предсказать момент обвала невозможно. Предсказать, uh -huh. что он обвалится стопроцентно. Угу. Вот, то есть было понятно, что такого рода да. а, провокации обязательно будут. Что конкретно произошло а, 1 апреля, это вот, могут гадать разведчики и а, политологи. А, что случилось там, к, а, в Вашингтоне, может угу. быть, там, где находился угу. в этот момент, Видимо, Ильхам Алиев. Вот, но, видимо, не, не совсем так, потому что, насколько я понимаю, по, то, что я слышу от армянских бойцов, они находили там документы о том, что... Войска начали перебрасываться минимум за трое суток uh -huh. в район Карабаха. То есть, какая-то подготовка, наверное, все-таки была. Иначе невозможно провести такую операцию. Но надо было что-то устроить, пошуметь, uh -huh. посмотреть, что получится, какая будет международная реакция. Uh -huh. далее. Но главное, это, я думаю, все-таки продемонстрировать не только, напомните uh -huh. себе, там, не, не только Западу, России, Турции, а продемонстрировать что-то своему населению. А вообще получилось? То есть в Азербайджане вот реакция. А как, а какая разница? Да. Конечно, объявим, что получилось. Угу. Նրա թվական ռադիոյի էթերում քաղաքացունից քաղաքականություն հաղորդաշարն է։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրը սոցիոլոգ Աբու Դաբիյում, Նյու Յորքյան համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Տերլուկյանն է։ Նրանք ովքեր մեզ հետևում են YouTube-ով, հաղորդման ներքևի հատվածում կարող են գտնել երկրորդ մասի հղումը։